Самые обыкновенные газеты, спица, клей ПВА, краски, шишки, бантики, искусственные еловые веточки и ягоды, немного фантазии и терпения. Таков рецепт рождественского венка от рукодельницы Ольги Сысоевой. Им она решила поделиться с читателями Центральной библиотеки на творческом мастер-классе. Отрезаем 8 сантиметров газеты, спицу кладем практически параллельно краю и начинаем скручивать. Ольга по профессии медик, работала медсестрой в видновской стоматологии, но всегда выкраивала время на творчество. Затем стала проводить мастер-классы сначала для знакомых и детей коллег, а после и для более широкой аудитории. Я не только отдаю, я очень заряжаюсь энергией. Целую неделю от мастер-класса до мастер-класса жить подготовкой, продумывать, придумывать. Ну, это здорово. В мастер-классе на этот раз участвовали не только дети, но и взрослые читатели библиотеки. Надежда Анатольевна Жиляева и Светлана Ивановна Саблина обычно ходят на такие мероприятия с внуками, но сегодня пришли одни. Я с внучками хожу, просто они сейчас заболели. Поэтому я пришла, чтобы посмотреть, как и дома сделать. Интересно, да. Первый раз вот мы вот плетем из бумажных таких трубочек. Как вам сегодняшний мастер? Великолепно. Были какие-то сложности? В плане? Ну, сложности вот в процессе. Ну, конечно, когда делаешь первый раз, как же без них? Так, а что было самое сложное? Вот, что для вас? Палочки соедините. Когда венок сплетен и скреплен клеем, самое время приступить к его украшению. Я набрала шишек, покрасила их краской белой, получилось что-то такое яркое, новогоднее, солнечное. Сделала ягодки, сделала цветочки из атласных лент, и вот детишки сидят, украшают. Чем ты будешь его украшать? Вот таким вот, этим вот, и таким цветочком. А еще я вот такими хочу. Так, и что ты с ним будешь делать потом, с этим венком? Повешу, наверное, если мне мама, а здесь просто на стены мы за ней заплатим. В планах рукодельницы на следующих мастер-классах познакомить читателей библиотеки с остальными своими любимыми техниками – плетением шкатулок из джута и украшений из сутажа. Так что следите за анонсами. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видное ТВ.